Кванториуме «Волжский политех» были организованы предпрофессиональные пробы JuniorSkills для учащихся 8-9 классов школ Волжского. Ребята побывали на онлайн-лекциях от ведущих ученых страны. О значении нанотехнологий старшеклассникам рассказал почетный гражданин Волжского, заслуженный работник высшей школы, доктор технических наук, профессор Виктор Каблов. Учителя школы номер 14 разработали междисциплинарный урок «Солнце, ветер и не только». Всего в рамках образовательного марафона было проведено более 15 мероприятий, участие в которых приняли около 600 школьников.